Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Вот такая вот большая вместительная коробочка. Добиралась она сюда около 30 дней. Это блок той, как здесь написано. Это лего мини-фигурки. В количестве 16 штук должно быть. Стоимость этих фигурок около 15 долларов. Что-то здесь очень их много. Еще какие-то запчасти повылетали уже с пакетиков. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не поймешь, тут одна или две фигурки. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все так и есть, как в описании. Сейчас сложу и покажу, как они будут выглядеть. Прикреплю фотографию, как они будут выглядеть. Даже некоторые с инструкциями, что на удивление, что удивительно, потому что это одна, я так вижу, с инструкцией. Видимо, одна инструкция на все, на всех этих человечков, все одинаково складываются. Как видим, много оружия, какие-то тут, какие-то автоматы. В общем, сейчас схожу и покажу, как оно будет выглядеть. Напоминаю, добирались они сюда около месяца. Стоимость то ли 12, то ли 14 долларов. 16 штук, количество 16 штук. Цена довольно-таки неплохая. Это по акции, со скидкой там какой-то непонятной. А вот еще инструкция есть. Сейчас ребенок будет счастлив. На этом все. Ссылка в описании. Кому интересно, покупаем, заказываем. Как я уже говорил, качество этих фигурок ничем не хуже тех, что продаются в Украине. Все, всем пока, подписывайтесь на канал. До свидания.